День. Сегодня я продемонстрирую вам прокладки гигиенические компании Greenleaf iLife. Начнем с упаковки. Все прокладки упакованы в пищевую фольгу, которая используется в пищевой промышленности и имеет дополнительную защиту в виде клапана многоразового использования, что позволяет лучше защитить прокладки от попадания пыли, плесени и бактерий. Мы сейчас сравним прокладки iLife с обычной прокладкой из обычного магазина. Прокладка iLife герметично упакована на 360 градусов, что полностью исключает попадание пыли, плесени, влаги и бактерий, так как обычная прокладка не защищена и не герметична, и попадание в нее влаги или бактерий, ну, можно сказать, неизбежно. Сейчас мы сравним сами прокладки. Как вы видите, одновременно распаковывается прокладка вместе с упаковкой. Для начала мы посмотрим нашу прокладку на ощупь. Очень важно в эти дни ощущать комфорт, и комфорт нам может предоставить эта поверхность нашей прокладки. Как мы можем обнаружить, если потрогать прокладки, прокладка iLife, она состоит из натурального хлопка поверхность и не раздражает кожу и очень приятная на ощупь. Так как обычная прокладка, она состоит из синтетического волокна и может раздражать кожу. Теперь мы посмотрим на впитываемость наших прокладок, что очень важно в эти дни. И только сухость может позволить нам наибольший комфорт в эти дни. На каждую прокладку я выливаю около 40 мл жидкости. Как вы видите, прокладка равномерно впитывает жидкость и не остается на поверхности. Сейчас мы посмотрим, насколько хорошо прокладка iLife впитала всю жидкость. Ой, что происходит? Обычная прокладка не выдерживает всю жидкость. Вот, смотрите. Наша прокладка полностью впитала всю жидкость и удерживает ее там на весь период ношения этой прокладки. И как бы вы ни двигались, занимаетесь вы спортом или просто гуляете, вы будете чувствовать абсолютный комфорт и удобство. Теперь
посмотрим нашу прокладку в разрезе. Наша прокладка состоит из 7 слоев. Первый слой мы уже обсудили. Вторым слоем являются вот эти вот маленькие бортики, которые дополнительно сохраняют нашу жидкость внутри и предотвращают попадание жидкости на края. Ну, здесь этого нету, видно невооруженным глазом. Теперь раскроем нашу прокладку. Посмотрим, что она состоит внутри. Третий слой – это магнитная анионовая лента, которая обладает магнитными и анионными свойствами. Магнитные свойства позволяют чувствовать вас более комфортно, потому что обеспечивают и предотвращают боли, некомфортное состояние в эти дни. А анионы позволяют предотвращению появления новых бактерий и еще обеззараживают. Поэтому это добавляет более комфортное нахождение в прокладках, при ношении прокладок. Дальше. Еще два слоя. Это состоит из такой тоже натуральной по составу ткани, которая обволакивает впитываемую вещества, которые впитывают всю жидкость нашей прокладки. Вот они вот так вот на 360 градусов обволакивают. Это два слоя. Да. Теперь мы посмотрим, что мы сделаем. Добавим еще чуть-чуть водички и опустим туда наши вещества, которые впитывают. Это вещество сделано по японской технологии и абсолютно безопасно. И отвечает все требования безопасности. Сейчас раскроем обычную магазинную прокладку, которая состоит из двух внешних. Ну, здесь вот еще какой-то слой добавили. Непонятно для чего и что он делает. Вот. И вот мы видим вот этот слой, который, по идее, должен был что-то впитать. Но мы видим, что он ничего не впитывает и при нажатии даже протекает. Так как наша прокладка, помимо того, что она впитала всю жидкость, которую мы на нее вылили, она впитала в себя всю жидкость, находящуюся в стакане. Мы можем убедиться в этом, перевернув стакан. И ни одна капелька воды отсюда не вытекла. Что еще очень важно в эти дни? Это чтобы наша кожа дышала. И у нас не появлялось каких-то зудов, жжения и раздражения кожи от того, что она не дышит. Мы сейчас проведем эксперимент и посмотрим, насколько хорошо дышит наша прокладка. Для этого мне понадобится горячая вода. Берем последний слой нашей прокладки, который сделала из материала. Этот материал чем особен? То, что он не пропускает молекулы воды и пропускает
молекулы в воздухе. За счет чего наша кожа продолжает дышать и чувствует себя комфортно. Чтобы увидеть то, что наша прокладка дышащая, я вот такой специально поставлю черный фон, чтобы это было видно. Если подержать еще дольше, то получится конденсат, и пока будет водичка. Ну, я думаю, так все понятно, так все видно. И для большей убедительности можно провести по ней пальчиком. Здесь у нас абсолютно чистый стакан. Для большей убедительности можно немножечко, чтобы не обжечься, перевернуть стакан и обнаружить то, что вода не вытекает. Все.